Здравствуйте, меня зовут Самойлен Канатар. Последние несколько дней мы получаем очень много сообщений, где вы задаете вопросы по поводу нового проекта и выражаете некоторые сомнения и опасения. Вот сегодня я хочу вам представить наш новый проект – вебинары. Спешу успокоить подписчиков нашего канала Европлант Лайф, мы по-прежнему остаемся с вами. Ролики будут такими же интересными и информативными, как были, и меня будет так же много, как и было. Благодаря этому проекту у нас просто появится возможность встречаться чаще и немного в другом формате. К запуску проекта нас подтолкнуло несколько вещей. Я давно читаю лекции на различных площадках, и давно стало понятно, что 20 часов, выделенных растениям в рамках курсов ландшафтного дизайна, это ничтожно мало. Уложиться в них невозможно. Программы включают видовое и сортовое разнообразие, а на практический момент просто не хватает времени. Постоянно приходится выкручиваться, чтобы дать слушателям как можно больше практической информации, а не зацикливаться только на ассортименте, а рассказать и показать нам есть что. Проект позволяет в корне изменить ситуацию. Когда я начала готовиться к вебинарам, то поняла, что нужно просто поставить себя на место садовода, моделировать ситуации, с которыми я могу столкнуться в своем саду. Начать решила с оптимального времени посадки, особенностей выбора, кондиции, полива, укрытия и так далее. Первая тема вебинара – это выбор растений. Казалось бы, что может быть проще? Пришел в садовый центр, питомник или в сеть и с помощью вежливого продавца выбрал хорошее и здоровое растение. Но, как выясняется, именно на этом вроде бы нехитром шаге многие спотыкаются. О зимостойкости и предпочтениях растения судят по сорту, а не виду. Как огня боятся растений с комом земли и переоценивают контейнерные. В первый же год используют тонны удобрений и выливают целые реки корнестимуляторов. А на любого жучка кидаются с мухобойкой или опрыскивателем, не разбираясь, действительно ли перед вами враг или безобидная букашка. Я уже не говорю про так называемые акклиматизированные растения. Вот об этом и поговорим с вами на первом вебинаре. Итак, шаг за шагом будем разбирать ситуации, с которыми вы столкнетесь или уже столкнулись на пути к созданию своего райского уголка. Нужны ли вам вебинары? Да, если вы в начале пути. Да, если сад отнимает у вас все свободное время. И да, если, несмотря на все ваши усилия, растения все равно болеют и чахнут. Мы уверены, что, основываясь на нашем опыте и на наших ошибках, вы получите именно тот сад, о котором мечтает каждый владелец загородного участка. Запись каждого вебинара и презентации помогут вам разобраться в противоречивой информации, выкладываемой в сети, снимет массу вопросов, сэкономит силы и сохранит ваши деньги. А главное – нервы, потраченные на поиски той информации, которая нужна именно вам. Ссылка на вебинары внизу под описанием. Скоро увидимся.